Какой же стрёмный этот манекен. Я так понимаю, нам сейчас придется заниматься вот этим вот вызыванием духов. И он на нас нападет, да? Так, что здесь такое? А здесь у нас... Ага, я что-то вставил. А ну? Так, фрау фон Шмидт, пожалуйста, точно следуйте моим указаниям, чтобы спиритический сеанс в моем отсутствии был успешным. После каждого шага инструкции останавливайте мою запись. В восковом цилиндре, чтобы правильно, что там. Для начала разместите на стол 5 серебряных подсвечников, которые я вам прислал. Так, разумеется, я предварительно кропил их святой водой. Так, 5 подсвечников, да? Ага, оно, раз, два. Блин, какой же ты стрёмный. Так, тут управление немножко другое, я так уже перед этим в другую игру играл. Так что придется вспоминать. Так, странный маятник, хорошо. Так, что нам дальше нужно? Вы подготовили свечи и спички? Прекрасно. Поставьте свечи в подсвечник. Свечи в подсвечник поставьте. Окей, давай. Давай попробуем. Так, спички нужно подпаливать или не? Так, начали. Вы пытались соль для следующего шага? Хорошо. Так. Освященный откажет порядок, в котором вам нужно разместить лучи пенграмми между свечами. Так, воспользуйтесь маятником, а затем разместите линию солью. Когда закончите, мы сможем продолжить. Так. Маятник. Ага. Так, вот сюда. Раз. Правильно ж? Потом два. Давай. Угу. Сюда? Да, сюда. Три. Так. Правильно ж? Нет, неправильно. Широкую на широкую. Во, и сейчас сюда надо будет. Та ты шоля. А ну, подвинься. Все, е-бэйби. Так, поехали. Когда завершите знак, зажгите свечи. Окей, давай. Давай, давай, давай. Слышь, ребят, может, живую такую повторим? Можешь мне выехать куда-то в заброшенный дом? Найти вот такой вот манекен и... Дон де Сталя библиотека. Так, замечательно. Теперь найдите личную вещь умершего. Так, можете попробовать красный мяч. Этот предмет неплохо работал в предыдущих сеансах. Так, вы нашли мяч сына. Хорошо, садитесь за стол. Окей. Так, вы нашли мяч сына, да, нашел. Так, мы готовы к спиритическому сеансу. Так, возьмите личную вещь. Красный мячик. А как мне его взять? Так. Ну, как взять мячик? Так, возьмите мячик. Во, взяли, все. Так, сегодня мы взываем к Ангелой. Так, оккультный мастер Дюпри, изучивший хроники Акаши, Какаши-сенсея, и направляющий к вам свой голос, знает о вашем присутствии. Стонет. Да, я слышу. Так, ангелои, духи воли, слуги Господни. Или ангелы.
Я так и не понял. Вы несете мудрость старой луны, присоединяйтесь ко мне, и мы создаем астральный мост, свободный от оков пространства и времени. Я с вами, Магдалена. По этому дому бродят тени, призраки, демоны, отравляют душу тех, кто не может их отогнать. Найдите среди них душу ребенка, найдите ее и отведите к матери. Проведите ее через свет в наш круг. Да-да-да. Я решил передернуть. Он здесь. Ребенок здесь. Где? Алло, не пугай меня. Твоя мать сидит дома за столом. Иди к ней. Ты меня понимаешь? Иди к ней, дай знак. О, началось. Еще? Закройте глаза, дайте душе пространство. А если сейчас глаза закрою, я не смогу читать. Yeah, baby. Тень. Ты видишь свою тень. Не дай ей себя обмануть. Верь в сферу матери миросердия. Она с нами. Почувствуй ее любовь. Обожаю читать и что-то делать. Так, хватит там передергивать. Алло. Да, дитя. Пусть твоя чистая душа войдет в тело, которое твоя мать для тебя подарила. А, подготовила. Как ты вошел в тело, которое она тебя для тебя родила. Это твой дом. Все? Мы справились? Я вижу красный свет. Никогда не используйте красные свечи, фрау фон Шмидт, слышите? Никогда. Так хватит там пеструна теребонить. Красный цвет ненависти. Того, кто молится в ненависти. Алло, что случилось? Обязательно услышит. Но вовсе не силы света. Я чувствую рядом с вами что-то присутствие. Это не Дева Мария. Это ее темная сторона, скорбящая мать. Мать печали. Так, ага, все. В, чтобы встать. Отлично. Так, а где мячик? Я так и не понял. Алло, алло. Телефона, телефона. Ну и кто звонил? Алло, кто это делает? Так, это в дверь, да, нам звонят? Или нет? Звонит. Алло, игра. Вроде бы где-то здесь. Угу, вот тут где-то звонит. Не звонят, а звонят. Ну. Блин, а включите свет, пожалуйста. Дайте мне свечку. Что ты от меня хочешь? Я не знаю, куда идти. Сюда? Алло, игра. Так, документы, спички, задача. Задача, найдите ключ, чтобы открыть Аркастрион. Затем найдите... Ну, это все я сделал.
Она где-то тут звонит. Так, тихо, тихо, тихо. Прекращай орать. Алло, игра. Да что за бред? Ну не можешь картина звонить. Ты отстань от меня. Я только что с демонами встречался. Ладно, может на втором этаже? Ну тут тоже все закрыто. Так, забрать. Забрать, забрать, забрать. Ничего нету. Да что за бред? Дайте мне подсказку. А здесь же раньше вроде дверь была, или не, или меня глючит. А, ну да, была. Вот, тут где-то звонит. Заперто. Блин, до этого темная игра была. Апартаменты 1406. Кто не смотрел, может посмотреть. Там коротенькая игрулька. Угу, это я вернулся, да? Туда, где был. Это я вернулся туда, где был. Так, наше семейное древо. Пустило корни. Подарок из Сент-Бальбин. Среди экзотических растений отца Карла. Ага. Карл. Так, вы тут хоть что-то видите? Вот это вот что такое? Или вы не видите? Кто это делает? Алло. Либо я чего-то не понимаю. Ну вот, оно вот, вот за этой стеной. Или не? Или да, или нет? Может опять эту штуку включить надо? А ну? Не. Жалко. Хорошо, идем сюда. Идем сюда и посмотрим. Не подходит. Здесь тоже не подходит. Здесь записку мы читали. Здесь мы тоже с вами были. Алло, игра, подскажи мне, пожалуйста, ну... Куда идти? Так, бормочет себе под нос. Ага. По следу варенья идти, да? Ой, все-все. Алло. Я увижу в аду наших рук. Она явится, чтобы вершить свой суд. Мать печали придет. Шутки про мамку. Да, с каждым днем все хуже и хуже. Прошу тебя, помоги мне, Матерь Милосердная. Я не переживу еще одного укола. Его отец, его окружение, его яд. Он говорит, что я безумна. Он говорит, что я кушонок. Это мой сын. А что, кушонок мой сын? Но я знаю то, что я знаю. Они у меня все отобрали. Моих детей, мой язык, даже мое имя. Он сжег мою Библию и разбил твои статуэтки. Но они не смогут отобрать тебя у меня, Матерь Милосердия. Мать печали. Угу. А я как-то не хочу больше туда идти. Мне как-то здесь неплохо. Но начинается.
Опять кто-то пеструна теребонит, да? Так, бонжур. Ага, автосохранение. Ну понятно, дверка закрылась. И что-то нам придется тут с вами делать. Так, теперь я все поняла. Это все моя вина. Я не заслуживаю жизни. Так, сейчас мы мячик с вами возьмем. Потом на нас кто-то нападет. Давайте посмотрим. Может, тут что-то есть интересное. Не, нема. А ванна, конечно, шикарная. Так, поехали. Да не ссы. Жесть, я говорю, помой мне спинку, пожалуйста. Так, руины. Это, я так понимаю, глава 2, да? Или не, или да. Или кто? А ты? Так, нажмите любую кнопочку. Угу. Бонжур. Ладно, пошли. Да ладно. Нормально же общались, что ты начинаешь. Нормально же общались. Так, мать боли. Прикольно. Вот это и разрешение картинки, вот это я понимаю. Там Full HD 4К. Ладно, идем за этой бабайкой. Будем теперь затягивать. Так, в церкви были не солдаты, я точно знаю. Я слышал женские крики, когда ударили наши газовые снаряды. Остальные говорят, мне показалось, но уверен в этом. А, уверен в том, что слышал. Думаю, Розала тоже об этом знает. Это он стрелял в лицо, у него потом... Чего? Это он стрелял, и лицо у него потом было белее снега. Ночью пойду проверить, я должен убедиться. Ефыши, ефыши. Ефыши, ребят. Так, присели. Встали, побежали. Ага, а тут мне нужно отодвигать, да? Понял. Ребусы. Блин, неужели персонаж сам не может присесть? Вот это надо таким вот заниматься. Слышь, а ты не хочешь взять хотя бы топор? Во. Кирка. Понял. Я думал, мы сейчас будем с вами топором махать. Но нет. Нам надо было всего лишь стеночку разбить. Так, приходите в церковь, мы разделим с вами то, что имеем. Как говорится, что ты имеешь в виду, что имею, то и в виду. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, ищите... Пристанище при твоей матери, приходите в церковь. Да, иду, иду. Будем сейчас пасочки светить, да? С яичками. Так, хорошо. Но. Дон дистали библиотека. Так, а здесь, наверное, ничего нету. И, в принципе, можно, наверное, и не искать. А может, я ошибаюсь? Так, ладно, идем посмотрим. Идем посмотрим. Что тут можно? Ничего. Жалко. Я думал, можно что-то взять. Это как в PUBG можно было
Так, это безумие должно закончиться, слышишь? Нет, я хочу, чтобы мой сын вернулся. Ты, твой проклятый благородный орден. Вы забрали его у меня. Чепуха. Наш сын вернулся. Ты это знаешь. Ты видел, что они нам принесли? Поэтому мне приходится его кормить. Ты даже наверх боишься подняться. Прекрати так говорить. Это существо мне не нужно. Я хочу, чтобы вернулся мой настоящий сын. Я его верну сегодня же. А можно открыть дверку, пожалуйста? Тут холодно, как бы. Замолчи. Нет, я... Что я? Я сказал следить за языком. А, он ее мэкнул, я понял. Громко плачет. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Ну, открой дверь, пожалуйста. Так, враг спрятался в церкви. Я понимаю, что... дай открыть. Ой, понял, до побачення. Не закончил, кстати. Это как в PUBG, можно было колеса снимать. Все, нам наверх. Угу, два раза, понял. Рит, иди к церкви, иди к церкви. Идем в противоположную сторону. Так, что это? Это, наверное, нельзя, да, попадаться на вот эти вот баночки? Это что-то типа сигнализации? Насколько я понял. Так-с, идем дальше. А здесь мы, наверное, упадем, да. Кажется, других вариантов здесь и не было. Так, присесть. Ля, кто-то что-то нямает. Кто-то кого-то нямает, ребят. Так. Приятного аппетита. Кто это делает? Давай посмотрим. Ля. Понял, нямай, нямай. Нямай, зайчика. А как мне пройти в другую сторону? А никак, да? Хорошо, ладно. Ага. Ага. Йо. Так, а что ты тут нямал? Так запах гниющей плоти. Понял, ты коровку нямал, да? Может, ты хороший. Ладно, предлагаю уходить отсюда. Мы, наверное, на съемки мастер-шефа попали. Так, все, давай тихонечко пройдем. Чтобы не портить аппетит, чтобы мы потом не попали к нему на ужин. Так, дырочку. Нет, к сожалению, нет. Дай. Ляй, отдай, там лопата была. Алло. Вы видели, там была лопата. Дай. Ну, пожалуйста, ну, я уже не переиграю. А без лопаты, наверное, мы не выберемся, да? Или выберемся. Блин, ну если я там какой-то предмет важный упустил, это будет печалька. Так, тише, тварь голодна, реагирует на любой шум. Иногда ты можешь использовать звуки, чтобы отвлечь ее, да, наверное? Ладно, давай на цыпочках пойдем. Давай пойдем на цыпочках, я ж не против. Все, мы ж правильно идем. Только как мы будем делать звуки? Ага, вот как. Так, а мы можем просто пролезть? Все, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення.
Беги, беги, беги! Беги! Беги, пожалуйста, беги, просто беги, все. Куда? Направо, налево, налево. Все, пожалуйста, отстань от меня. Не нямай меня, я невкусный. Все, все, все. Так, а мы можем и сюда. А куда надо? Или можно и так? Ой-ё, там тоже кто-то нямает. Кто-то мясо нямает. Так, что у нас тут? Угу. Ничего, да? И чтобы что? Чем мы сюда пришли? Непонятно. Ну ладно. Тогда, значит, идем сюда. Блин, а что это за мутанты? Вроде на вампиров не похоже. Опять какие-то демоны. Так. Все, 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 отдыхай. Отдыхай, зайчик, я тебя не трогаю. А я просто пройду потихоньку, не спеша. Наслаждаясь видами. Ага, ты тут тоже нямаешь, да? А куда мне идти? Может, сюда? Да, вижу, сюда. Все, тихонечко, на мягких лапках, как кытя. Все, ребят, мы с вами кыся. Нас тут нету. Не-не-не, нас тут нету, все хорошо. Как там было? Кыть-кыть-кыть-кытя. Кытя-кытюня. Бонжур. Так, небольшой алтарь Богоматери. По твоему мнению, это просто глупое суеверие? Ну, не знаю. Судя по этим бабайкам, наверное, нет. Так, кытя-манюня, куда нам идти? Ага, вон они где там. Нам точно сюда? Арчи, может, нам налево? Может, налево или не? Ну вот, ну все, вы же спите, правильно я понимаю? Арчи, беги, 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 пожалуйста, беги, не надо. Уйди, падла, ты зубы не чистил. Все, ты зубы не чистил, падла. Отдай, отдай, разбей, пожалуйста. Все, 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 до побачення. Куда, 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 куда? Ага, все, мы здесь в безопасности, правильно я понимаю? Сюда они зайти не могут. Я надеюсь, но все равно лучше нам... Ой, бонжур. Жена пеликуська с ума? Понял, нет, ну ладно. Жесть. До побачення. Ой, какая мадама. Говорится, женщина, мне нельзя в бельдяшке, я женат, так что... Извините, но я пойду. Траншеи. Жесть. Все еще в траншее. Так, нечеловеческие звуки. Да, 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 понял, понял. Все, все, все. Ухожу, ухожу, не кричи. Если ухожу, не кричи. Все, поползли отсюда. Так, а еще можно больше тумана? Нам нужно больше тумана, еще больше, вот так.
Чтоб чисто везде один туман был. Можно было даже не рисовать ничего. Могли бы они туман сделать, и нормально было. Так, тихо, тихо. Тебе даже пробежаться нельзя, Лиша. Начинаешь вот это вот. Ага, я спрятался, ля. Да ты шо? Вообще. Так, для врагов, от врагов. А куда нам идти, направо, налево? Так, тут тупик, да? Понял, хорошо. Вопрос снимается. Церковная улица. Ладно, давайте. Давайте на цыпочках пойдем. Мне интересно, а если я просто побегу и запрячусь? Монстры настолько здесь тупые, что они не заметят, что я там спрятался или не? Или это так не работает? Вот тебе нож. Так. Как оно? Что это такое? Дай сюда. Какой-то амулетик. И что это такое? Так, тот француз кричал много часов. После обстрела он запутался в колючей проволоке. Вышел другой французский, сказал, ты попытался ему помочь. Но ультилян заметил и в бинокль дал приказ стрелять. Ото специально промахнулся. Мы все так делаем. Но лейтенант заметил, сказал, что при следующем наступлении Ото пойдет вперед. Француз не смог освободить товарища и вернулся в траншею. После этого бедняга мучился и стонал еще 3 ночи, если ничья земля запустит тебя свои когти, она уже не отпустит. Очень интересно, кажется, но ничего не понятно. А можно мне какое-то оружие? Так, землянки, землянки, это, конечно, хорошо, но я хочу найти отсюда выход. Так, держу парня. Кого-то там держит. У, смотри, не запачкай ботиночки. Кого-то они там держали. Так, я так и не понял, кого. Так, а можно мне что-нибудь... Ага, автосохранение было. Можно мне что-нибудь найти? То, что мы ищем. Я так понимаю, нам сюда? Или нет? Или да? Я что присел, что не присел, все равно вот эти вот шаги такие. Так, я так понял, нам вниз. Блин, ну судя по звукам, там бабайка мясо нямает. Пусть тут открыто будет. Все-все-все, тихо-тихо, аккуратненько. Нямай-нямай, меня здесь нету. Ага, это наша радиостанция, да, там, где мы начинали с... в начале игры. Во, здесь где-то винтовка должна быть. Дай-ка мне винтовку, пожалуйста. Если, конечно, можно. Так. Азбука Морзе. Используй, чтобы выйти из загадки. Так. Ты помнишь, что у тебя был такой же телеграф? Но это не он. Так, что от меня хотят? Что от меня хотят? Алло, отпусти меня. Так, азбука Морзе. Удерживайте диск некоторое время. И шо? Пим-пим-пим-пим-пим. И что нужно делать? Так, удерживайте диск некоторое время. Удерживать.
Куда? Куда удержать? Так, нет, не сюда. Сюда. Алло, игра, помоги мне, пожалуйста. Что мне нужно делать? Мне нужно делать. Блин, а. Падла, бесишь меня. Так. Удерживайте диск. Удерживаю. Не, неправильно. Честно, я без понятия, что тут нужно делать. Ладно, ладно. Ладно. А что это такое? Так. А я не знаю азбуку Морзе. Так, то. Я понял. То. Ой, бред. Ладно, ребят, давайте, наверное, мы расшифруем это с вами в следующей серии. Я думаю, на сегодня с меня хватит. Можно ли мне тут винтовку? Здесь винтовка где-то была, помните? Вот тут, либо ее тут нету. Я понял, что нам нужно будет сейчас расшифровать эту азбуку Морзе. И ввести какой-то код. Только какой код и куда его ввести? Я так и не понял. Так, может тут цифры какие-то есть, типа... Так, авария в сектор опять. О, нас заметили, меня кто-нибудь слышит? Алло, уходи. Нет. Срочно нужна помощь. Вытащи меня отсюда. Здесь кто-то есть. Жесть. Ну все, уходи. Хэштег бабайка, уходи. Everybody's a kung fu fighting. Что это за... Что это за поза такая? Все? А ты шо, ля? Хорошо, все. А можно отсюда выбраться? А я застрял, ребят. Я застрял. Бред, какой бред. Все, да. Я не могу отсюда выбраться. Ладно, ладно, все. Всем спасибо, всем пожалуйста. До потом, как говорится, и пока-пока.